Твой язык тебе можно в натуре дофига что сделать. Ты не будешь смотреть. Тихо, тихо. Как собака, как хочу говорю. Вообще мы этого человека не знали. Адапайся. Амет, что-то тебе надо? И махать своими ветками, дырявыми, горявыми. Алло, просто залетел, шелкал его, отпилил. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, и в этом видео я покажу вам конфликт персов и Тимурлана Пирматова целиком. Все, что происходило, в том числе за пределами клетки. События развернулись после того, как Пирматов раздельным решением судей победил Фаниля Рафикова. Поединок получился зрелищным, а судейский вердикт вызвал массу вопросов. Чтобы сформировать собственное мнение, оставляю ссылку на выпуск с канала «Наше дело» в описании. Ну а здесь, повторюсь, конфликт целиком. Кто прав, кто виноват, пишите в комментариях. Всем приятного просмотра. Ты не будешь смотреть. Тихо, тихо. Охрана. Все. Все разошлись. Вывели всех из клетки. Убей его. Все, На уважение тебе скажи хорошо, как собака, как хочу говорю. Либо не говоришь. А три на один по-мужски, да? Да. Три на один по-мужски, да? Не, подожди, там один был. Там один был. Он начинает, а? Там один был, вас трое было там, правильно же? Нормально общаюсь, я говорю, так не скажи. А он начинает ниже. Пацана тоже ударил, выше взрослый. Нормально общаюсь, он говорю, так не скажи. Выше пояса. А вот он, нас понимаю, особо. Какой вы слушатели? Ага. Нама, вы спросили. Вы говорите, что вы разговариваете? Да, само то, а то. Не, вы сидите. Его. А я здесь. А, вы сидите. А, вы Друзья, давайте оставим все эти жанры. Ребята, чтобы все знали, вообще мы этого человека не знали. Адапайса. Амин. Слушай, надо кто-то бензане. Что-то с тобой надо? Что-то тебе надо? Что-то тебе надо? Это луку. Вчера подошли. Можно я объясню? Этого человека мы вообще... Ну да. Этого человека мы вообще не знали, не трогали. Абсолютно. У нас была перепалка с Аматом. Мы сами мирно решили.
У нас там кому-то еще вызов кинули, мирно решили. Этот человек записывает и оскорбляет ниже пояса. Он может делать нормальный терештук, да, выйти. А когда за жопу, за это говорит, ну, а что делает? Он должен либо извиниться, либо отвечать за слова. Что конкретно вывело себя? Что? В вашу сторону. Ну, говорит, типа, у вас жопы не хватает, у вас очко, джим, что-то, выйти со мной на бой. Ну, он что, думает, если сейчас его не трогать, то все думают, что можно так с нами общаться. Понимаешь? Просто ниже пояса нельзя оскорблять. Оскорблять надо отвечать. Упустили важный момент. Вот на этом все. Это обозначение финальной пары гран-при на 77 килограмм. Что случилось в итоге? Я понял, сначала была потасовка с Перматовым, а вот следующее, это что было здесь? Тоже, это тоже с командой Перматова? Вот. Следующее, то и тут? Да, да. Да нет, тут какие-то зрители, они просто подошли, что-то хотели говорить, но я обычно не обращаю внимания. Бойцу после боя и махать своими ветками, дырявыми. Хорошо. Можно я тебе отвечу? Сейчас, можно я отвечу? Армен! Армен, можно я отвечу, чтобы зрители знали? Просто это, чтобы это, знаешь, не наигранное что-то. Хорошо, Олег. 30 секунд я объясню. Олег, зайдите и подводите, пожалуйста, к другу. Без, ребят, я сейчас предупреждаю. Ты был лад. Олег, если играть сюда, ребят, назовем его, то я вам слово, ничего не думаю. Смотрите, мы с тобой первый раз в жизни встретились, правильно, вот тут? Или нет? С тобой общения не было никогда. Ты берешь, у нас есть с кем-то конфликт, два случая было. Ты берешь у себя, я понимаю, ты шоколом подрался, залетел, теперь кто тебе надо? Перс, я да, братья? Можно я договорю, будет. Потом ты говори. Я договорю, потом ты говори. Указывай. Проблем нету. Есть время, поговори. За твой язык тебе можно в натуре дофига что сделать, знаешь? Что? Я тебе скажу, за твой язык смотри, дофига что можно сделать. Я сейчас обещал, ничего не будет. Если хочешь, выйдем на улицу, поговорим. Нет, ты обещаешь, что мы на улице хоть пообщаемся. Какая-то улица, и вы здесь... Стоп, сейчас. Тимурлан, на улице что-то произойдет, в эту клетку вы я уже вышел, не войдете. Я вышел. Мы его вообще не видели, не общались. Я понимаю, такие бойцы, как он там дрался, шелком, хай поймал, но не достаточно. Он берет, ездит не в свою войну, я не записываю ролики, можно записать каждый день. Но Миша пояса, как шелком, зарезать, что-то говорит, это нужно ему рассказать. Это мой родной брат, что один человек. Мама, она вырвала, все, когда успокоятся, вы спокойно поговорите, да, к такому, да? Мама, нам уже сделали все равно, делайте, пожалуйста. Я сам сказал, хороший состояние, поделись, я готов с тобой, как и боксинг. Даже плотно спорта, поделись, пожалуйста. Я с вами. Все, брата, я могу смело тоже встретить в октагоне. Мне можно не... со мной? Но ниже пояса оскорбление мы не простим. Было такое оскорбление ниже повтори пояса? Повтори какое. Повтори какое. Ты сказал что-то за жопу, вы там боитесь. То, что у тебя жопа вот так сжимается, я сказал. Что, не по факту? Все, ребят, будет пресс-конференция, обсудим. Я тебе по фактам только... Что, ты в микрофон кинуть хочешь? Все, Тимурлан. Ты меня не пугай. Все, Тимурлан, проводите, пожалуйста. Все. Проследите охрану, чтобы, пожалуйста... Али, ты обещал. Али. Я понимаю твою цель, но я заставлю тебя пожалеть. Чертил, бан. Мухаммед, будь. Привет, отсюда все. Давайте сейчас видите. Просьба охраны последить, чтобы пойти и заслить в разных делах. И никто не может сталкиваться. И микрофон. Друзья, сегодня мы узнали второго финалиста гран-при гангстеров. Друзья, сегодня мы узнали второго финалиста гран-при гангстеров. Обычный конченый хайпажор просто залетел, шелхал его отбил, ему не хватало. Он по сценарию, по стандарту газует на братьев персов. Но я думаю, ему это плохо закончится. Если они его не тронут, то я злопамятный человек. Точно он будет хавать пошечину. Человек, я не знаю, 18 лет, какой-то...
перешел сюда и понимает, что охрана там держит его, ничего не будет. Я обещал, что я его не трону, да, я вышел туда сказать просто правду, но он просто за это ответит. Одевай перчатки, пошли. Давай. Давай, подписывай контракт, пойдем перчатки. Контракт? Да, пойдем. Или ты хочешь так подписывать? Так хочешь подписывать. Пойдем? Ну, одевай перчатки. Или на всю армию. Тут? Тут? Не, будь, не будь. На улице. Ты провоцируешь. Пойдем, пойдем. Ты на меня хочешь провоцировать? Давайте в другую сторону. А из-за тебя какие вещи не сходил? Ты вещи не сходи. Нормально тебе общаются. Даже... А почему он попросил прощения у Самата, а после этого выложил историю, что типа мой брат... Я не просил прощения. За что я должен просить прощения? Ты там был, ты присутствовал. Что за слова сказали? Я тебе повторюсь. Я хорошо. Мы в тебе не сомневаемся, просто разговаривай уважительно. Как с тобой уважительно разговаривать? Смотри. Вот этого Мухаммад с тобой как разговаривал? Адекватно же он с тобой разговаривал? Я же тебе не оскорбил. Он адекватный, если тоже адекватный. Если хочешь, адекватный, иди нормальный, тебе что? Очки про три. Все. Что говоришь? Все. Я тебя отлично вижу. Все. Я